Доброго ранку! Resort Collection або Круїз Collection – це колекції модного одягу, які дизайнери традиційно випускають наприкінці літа та восени. Якщо аналізувати історію моди, то поняття круїзних колекцій виникло в кінці 80-х років ХХ століття. Тоді дуже популярними були різного роду тропічні круїзи на шикарних теплоходах. Купити красивий одяг в країнах Африки та Азії було проблематично, а носити одяг зі старих колекцій весна-літо заможні люди не бажали. Дизайнери швидко сприйняли цю тенденцію та почали випускати колекції круїз. Щоб дізнатися більше про найцікавіші тренди круїзної моди, ми завітали до ательє українського дизайнера. Доброго ранку. Доброго утра. Дуже часто жінки беруть із собою у круїз або просто у відпустку занадто великі валізи, але більшість цього одягу потім просто не вдягають. Або навпаки, беруть із собою недостатню кількість одягу. На вашу думку, які речі саме необхідно взяти з собою на відпочинок? В першу чергу потрібно подумати об одязі, о том, в чому ми будемо їхати на відпочинок і в чому ми будемо проводити свободне время. Безусловно, лучше всего для этого выбирать, если обувь, то это низкий ход, зачастую балетки нейтрального цвета, что больше подойдет к разным образам, разным цветовым решениям. Если вы едете отдыхать, то можно подумать о том, чтобы верх был тоже более легкий. Например, это шорты, это могут быть топы. Допустим, взять две пары шорт, две пары топов, чтобы днем под днем вы выглядели хорошо и вам было комфортно. А если это нарядный вечер, лучше всего платье в пол, вечерние наряды, могут быть томные цвета, также могут быть красочные оттенки. Но не стоит слишком много брать вещей с собой. Достаточно наряд на день и достаточно наряд на вечер. Якщо у людини немає можливості вирушити у круїз, на жаль, зараз не у всіх є така можливість, куди можна вдягати одяг із круїзних колекцій у великому місті? Например, у нас прекрасно є набережна. Можете на прогулку на набережну, либо в ресторан с молодым человеком, с друзьями. Самое важное, чтобы человек ощущал себя комфортно в одежде. И тогда место встречи – это уже второй вопрос, можно сказать. Если ожидается небольшая такая прогулянка на яхте або на теплоходе, что вы порадите одягнуть? Если это более дневное время, безусловно, лучше, чтобы это были шорты, например, светлых или голубых оттенков. В первую очередь для того, что это может быть ветер, в шортах все-таки будет комфортнее. И если обязательно на натуральные ткани, потому что солнце горячее, чтобы все-таки себя обезопасить и закрыть немножечко тело, и в то же время, чтобы не было жарко. Если это вечерние наряды, то можно позволить длинные в пол из легких летящих тканей, что еще больше будет подчеркивать легкий прохладный ветер. Это будет очень красиво. Да, это будет, безусловно, очень красиво. И останнее питание. Расскажите, пожалуйста, про основные модные тенденции. Это, например, оголенные плечи, как просто приспущенная линия плеча. Также могут быть просто оголенные, только немножечко часть плеча. Можно использовать как длинные, так и более укороченные. Это уже зависит от комфорта. По цветовым решениям, безусловно, более нежные пудровые оттенки, например, голубой пудровый, нежно-розовые, более пастельные оттенки, скажем так. Ну, не стоит забывать также о ярких оттенках, конечно же. Это может быть как синий, это может быть как красный, оранжевый сейчас очень актуален. Дякую вам за цікаву розмову. До побачення. Спасибо и вам большое. До свидания. Збираючись відпочити у теплих країнах, пам'ятайте, що речі мають бути не тільки легкими та зручними для жаркого клімату, а й відповідати рівню заходів, на яких вам доведеться бути присутніми. Модники та модниці, на цьому ми з вами прощаємось. До зустрічі в ефірі Центрального каналу.